и Евгений Вячеславович Шириков, актер театра и кино, певец, начинающий режиссер, документалист, известен как исполнитель роли графа Румянцева в постановке «Юнона и Авось» Санкт-Петербургского театра рок-опера, работает в Московском театре мюзикла. Евгений Вячеславович Шириков родился 14 июля 1988 года в Вологде. Его детство трудно назвать безоблачным. Мать одна занималась воспитанием сына, водила его в кукольный кружок и спортивные секции. Евгений перепробовал несколько видов спорта, но когда ему было 11 лет, мать неожиданно умерла. Его отец находился в местах лишения свободы, поэтому сироту отправили в интернат города Сокол. Потом выяснилось, что у него есть два сводных брата и сестра. Один из братьев рано умер. В интернате Евгений продолжил занятия спортом и осваивал танцевальный брейк-данс. По лыжам он даже получил разряд. Кроме того, он стал ходить в театральный кружок. Педагог по вокалу много раз отмечала способности Евгения в искусстве пения и настоятельно советовала развивать его талант. Он так и сделал. С 2002 по 2005 год Шириков учился в Вологодской школе искусств. В 13 лет он был победителем всероссийского детского конкурса «Рождественские встречи» как лучший актер. Затем он поступил в музыкальный колледж, в котором проучился 2 года. С 2004 по 2007 год Евгений занимался в студии при Вологодском театре юного зрителя. По настоянию руководителя студии Киры Осиповой, Шириков поехал в Петербург и поступил в Академию театрального искусства. Во время обучения в театральной академии Шириков не снимался в кино, хотя предложения, конечно, были. И после окончания вуза он долгое время позиционировался актером музыкально-драматического театра. Впервые он попробовал сняться в кино в 2012 году, сыграв небольшой эпизод в сериале «Патруль. Васильевский остров», показанный на канале НТВ. Личная жизнь артиста складывается вполне благополучно. Он женат на женщине по имени Леонора. Она профессиональный инструктор по китайской йоге. У них растет двое сыновей, Тимур и Даниил. Все свое свободное время Евгений проводит с семьей. Тому свидетельством многочисленные фотографии на его странице в Инстаграме. В последнее время актер серьезно занимается фехтованием, а после фильма «Чемпионы» еще и хоккеем.